Этот необычный высокий корабль, пока он находился в эксплуатации, был самым длинным самоходным судном в мире. Но с большой длиной и большим весом рука об руку идет и большая высота. Хотя судно не является самым высоким кораблем, плавающим по морю, оно определенно к одним из них относится. Даже большие судна по сравнению с Sea-Wise Giant выглядят малышами. Корабль строился с 1974 по 1979. Его строили Sōatoma Heavy Industries в Японии. Он прожил долгую жизнь, и в конце концов, в 2010 году его отдали на металлолом. Это был нефтеналивной танкер вместимостью 4,1 миллион баррелей, который он доставлял с максимальной скоростью 30 км в час. Огромный роскошный Sea-Wise Giant возвышался над другими судами, и хотя корабль уже больше не перевозит нефть, он по-прежнему ставит мировые рекорды, а также занимает место в истории мореплавания.